Теперь слушай внимательно. С этого момента ты не будешь ничего им говорить, то есть вообще ничего. Не надо говорить «не знаю» или «я спал». Отказывайся отвечать на любые вопросы, ясно? По закону эти ублюдки не могут заставить тебя говорить. Ты можешь даже имя не называть, это очень важно. Полную версию смотрите бесплатно на megogo.net.